Здравствуйте, меня зовут Бачурина Юлия. С детства я люблю смотреть мультфильмы. Меня всегда интересовало, как их снимали, как их озвучивали. У меня была мечта самой снять мультфильм, но не было возможности. Позже, когда у меня появился телефон, я сняла свой первый мультфильм. Потом я стала ходить в клуб «Полярник», но научилась делать раскадровки, появилась профессиональная возможность переснять свой первый мультфильм, так как он был неудачно снят. Анимация – это большое искусство, увлекательный процесс, труд. Стоя под камерой и двигая персонажа, мы сами вливаемся в роль персонажа. У меня снято много мультфильмов. Некоторые из них участвовали в различных кинофестивалях. У меня есть мечта – поступить в Институт кино и телевидения на художника-аниматора, чтобы научиться снимать, монтировать, правильно озвучивать мультфильмы. Вторая моя мечта – это работать на студии «Мельница». Спасибо за внимание. До свидания.